Сегодня мы будем подробно разбирать характеристики сразу трех телефонов. Samsung Galaxy J3, J5 и J7. Узнаем, чем они отличаются и в чем схожи. У всех трех телефонов четырехъядерный процессор. Платформа Android 5.1. Во всех трех телефонах имеются две сим-карты. Подробнее о J3. Как мы уже и сказали, четырехъядерный процессор, память на 8 ГБ, аккумулятор 2600 мАч. 5-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением 1280 на 720. Основная камера на 8 мегапикселей, а фронтальная камера 5 мегапикселей. Дизайн смартфона довольно неплохой. Материал – пластик. На переднем экране имеется разговорный динамик, датчик приближения. Внизу две стандартные сенсорные кнопки. Посередине кнопочка «Домой». На задней части расположилась светодиодная вспышка, основная камера и решетка звука. Далее поговорим о J5. Экран 5,2 дюйма Super AMOLED, память 8 ГБ, аккумулятор 2600 мАч. Камера лучше, чем у J3, 13 мегапикселей основная камера и фронтальная камера на 13 мегапикселей со светодиодной вспышкой. Видеосъемка с разрешением 1920 на 1080. Основные элементы смартфона. На передней части расположился объектив фронтальной камеры, разговорный динамик, датчик приближения, светодиодная вспышка, под дисплеем две сенсорные кнопки и кнопка «Домой». На задней части расположилась лишь камера и вспышка. А теперь о J7. Металлический корпус. Основные элементы смартфона такие же, как у J5. Память на 16 ГБ. Аккумулятор 3000 мАч. Экран 5,5 дюймов 1280 на 720 Super AMOLED. Камера 13 мегапикселей с разрешением 4128 на 3096. Также 13 мегапикселей фронтальная камера. Что касается цены, то J3 это примерно 11-12 тысяч, J5 14-15 тысяч и J7 17-18 тысяч. Ну что же, еще один наш мини-обзор подошел к концу. Надеюсь, что он был полезен для вас. Оставайтесь с нами и идите в ногу со временем.